Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан и Хаммер. И сразу скажу, как я уже говорил в предыдущих сериях, скорее всего всю неделю, посмотрим как будет, я буду говорить, что Хаммер шепелявит сейчас, потому что у него удалили 3 зуба. Поэтому, ребята, кому не нравится, потерпите и не пишите что-нибудь плохое в комментариях, чтобы я вас не банил. А вот... И мы продолжаем играть на сервере Crystallix, мини-игра Bedwars. Я сейчас запишу время и дальше. Мне кажется, мы сейчас проиграем, потому что нас сейчас зажмут просто тут. Да? Да, там просто уже на наши мостики стоят и стреляют нас. Так. Так, я возьму... Я понял, что я тут. Мне нравится строить, как обычно. Я буду строить... Что-то полезное. А как ты будешь строить, если тут обстреливают повсюду? А я защищаться буду. Да вон они там стоят как. Фу-то. Как меня попали? Хотя, слушай, как они метко стреляют. Ты в курсе, что ты без брони? Да я в курсе, что я без брони, я строитель. Ну да, ты все равно не... О, к нам мост простроили! А, наверху там. Я о чем? Да, с одной стороны мост, с другой стороны не мост. Нас сейчас убьют. Отлично, убили его. Я попытаюсь заражить их сейчас. Так, а я попытаюсь сейчас... Ты, главное, там защищайся. Я здесь лесенку делаю. Мы сейчас с нашим союзником. Все, я здесь лесенку сделал. Пам-пам-пам. Па-пам. Я у них выманиваю... как сказать? Выманиваю... Стрелы. Мы идем их убивать. Которые там или которые... Красные. Красные? Которые там. Стреляйте в меня, стреляйте. Отвлекаю их мы. Стреляйте, я отвлекаю. Так, я пойду тогда что-нибудь опять же нужное возьму, куплю. Мы с нашим пытаемся прорваться к ним. Хорошо. Так. Мы сделали воздушный мост. Ой, меня прям внутри убили. А прям на базе. Я возрождаюсь, меня убивают. Нас сейчас убьют, король. Меня он убивает прям. Избивай его. Быстрей. Он закрылся. Ну все, мы проиграли. Да? Но он под силой. Просто спасайся, беги, короче. Беги, просто спасайся. Так а я хотел его побить. А ты его рукой не убьешь. А я сейчас возьму какой-нибудь этот. Какое-нибудь оружие возьму. Палку, я палку могу взять? Папа! А? Я вам кровать сломаю. Нормально. Я хотя бы палка сейчас его буду бить. Где он? Есть! А куда он делся? Уходи, где ты? А нас сломали уже. Сейчас он выйдет и убьет тебя. А, тьфу ты. Можешь наблюдать за мной. А, все что ли? Убили? Да, но я жив еще. Я сломал кровать. О, а я летаю. Лети на красную базу. Где красный флаг. Вон красный флаг. А, ну я вижу, да. Я смотрю, как тут построено все. Видишь, наверху я там сижу. Ту-ту-ту. Я у флага. Я на самой высокой точке. А, я вижу. О, привет. А ты меня видишь? Нет. А, нет, ты меня сломал кровать. Вон наш там. А я тебе буду подсказывать. Так. Значит, снизу зеленый. Вот он меня убил. Сзади. Он тебя убил? Конечно. Откуда он там взялся? Ой, не знаю, он пошел. А, все, теперь заканчиваем, да?
Да, он всех убил, короче. А почему она не заканчивается, игра? Нет, надо хабнуться. Ну, не всех же сломали, не всех убили. Хаб пиши. Хаб. Понятно. Ну, ты примерно понял. Ясненько, да. Я понял, что, в общем-то, надо... Ты мою голову видел? Нет? Не знаю. Заходи снова. Так. Бэдварс, Бэдварс. Посмотри на стаб, сколько модеров, сколько хелперов, сколько ютуберов, столько спонсоров. Два ютубера, мы, два хелпера, один мы, модер, да? Да. Один с. А если нажмешь на часы, я тебе не советую. Ладно, не буду. У тебя залагает сильно. Так, и... Давай вот на новую карту пойдем. Давай. А нет, там... Медивал? Я не знаю, успеем? На счет 3 нажимай. Раз, а на какую? Медивал 8... Нет, не успеем, не нажимай. Давай где 5.16. Нет! Как мы зайдем туда? Игра... Почитай внимательно. Игра начата. А, идет. Игра идет. Вот, смотри. Ой, я сзади, сзади. Быстрее сюда, сюда. Я сзади, вот. Она лагает все, я не вижу. Медивал, вот, самая крайняя. Вот это? Да, нажимай. Ух, твои глаза. Так, на какую эту команду? Давай за зеленых. Давай. Это любимая Кости команда. Цвет. Да, ну команда цвет. Она и победила сейчас нас. Да. Ай-яй. Ну здесь, мне кажется... Ну вот когда тебя убивают... Ой, а я застрял. Я застрял, я не могу выйти отсюда. Смотри, я тоже застрял. Ой, я тоже застрял. А нет, я не застрял. А я могу выйти как? А мне мешают. Ладно, я здесь буду стоять. Там какой-то ютубер, что ли, с нами еще? Да. Happy Man YouTube. Ладно, пишу, привет, тьфу, привкет, привет, ребята. Блин, я не успел. Не успел написать, ладно. А, ты снова это же как, ну ладно. А ты думал, кирпичики. Ты думал другая карта, что ли? Я просто не ту взял, погиби. Happy Man, я забыл, кто это. У меня кирпичиков нет. Я собираю, давай, двигайся, двигайся, действуй. У меня нет кирпичиков, вы все собираете, ладно, я здесь буду ходить. И там кирпичиков нет. Короче, я понял. Сначала самого можно расслабиться. Какое расслабиться? Так я не могу ничего собрать. Все собирают, потому что я буду ждать, пока все собирают. Ты можешь не шустрый. Не шустрый, так. Я уже строю. Я говорил о том, что мне кажется, вот когда тебя убивают там, где возрождаешься, а потом тебя снова убивают, оно как-то не очень это. Ну, потому что тебя заразят. Ну да. Ну, хотя, как... по идее, в этом... в Аннигилейшене тоже так же. Что там тоже тебя могут на базе убивать все время, но... В Аннигилейшене это означает, что как бы уже почти, как они сказать, выиграли почти. А здесь, когда тебя на базе убивают, это в принципе не значит, что это конец уже игры. Нет, на Аннигилейшене тоже наконец может быть. Нет, если там прям стоять и убивать, значит там... Тут, понимаешь, ты здесь как бы почти один, как-то вот у меня получилось, что я стоял, и меня, ну, некому защитить было. А на Нигилейшне там же постоянно на базе кто-то есть. В основном, я так думаю. Поэтому как-то я считаю, что... Я уже убил одного. Я считаю, что на Нигилейшне... Ну, здесь как-то это...
Ну, по идее, здесь больше по-другому никак не сделать. На пол сердечко. По-другому здесь никак не сделать. Нет! Почти залез. Понятно. Это хэппи моя знакомая. Я не знаю точно, что это. Или кто. Да. В общем, это, да, Annihilation на Skywax. Вот. Ну, здесь просто, как я понимаю, в команде меньше человек. А, по трое, да? Нет, там, не-не-не, по четверо просто ливнули все. А, ливнули все? И еще есть карты, где по 6 человек в команде. А, ну, собственно, вот и отличие такое основное, что тут меньше человек играет. В общем-то, тогда все хорошо, тогда все правильно, потому что я был на базе, и меня убивали. Я теперь все понял. Потому что... В смысле, что там мало человек, одни просто ушли, и я один, и меня одного один убивает. Тогда здесь как бы... С одной стороны, ну тут вот, да, тут каждый человек получается, как это назвать, на счету, что ли? Да. Каждый человек на счету. 18 плюс 4, ага. То-то-то-то-то. Надо кровать застраивать. На меня, что ли, нападает? На меня, что ли, нападает? Да? Ты что, на меня нападаешь, да? Что, на меня, да, нападаешь? Убил меня, но я мостик сделал. Вон он, убивайте его. Он там по мостику сейчас пройдет. Желтый. Кровать надо застраивать. А, ну сейчас застрою. Он идет. Он идет. Он желтый, сюда идет. Он идет, он подходит. А! Меня убил, все. Он опять здесь желтый. Здесь же опять же. Он же сейчас же убьет меня. А могу его палкой ударить? А ты его можешь столкнуть за мир. А где кровать? А, я застроил ее. Ага. Вроде бы он ушел. Ушел? Как-то. Фу. Привет. Да. Наверх посмотри. А. Да, теперь я все понимаю. Здесь прям очень важно, ну, каждый что делает. Потому что в Annihilation там, допустим, ну, один может что-то, ну, как скажем, как это объяснить-то? Что-то не делать там. Как-то так. Ой, я забыл, что здесь надо это... Держи тебе. Сталь тебе держу и блоков. Так, я немножко возьму хотя бы тут. Это. Здесь очень много зависит от того, что каждый делает. Очень много зависит, получается. Угу. А, ой, надо сундук. Да, 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 я о том же. Надо сундук, вот хотя бы один сундук я поставь сделаю. Поставь его в угол там. В угол там. Здесь? Да. Вот. Хотя бы вот так. Я вот думаю, железо скинула. Хотя бы так вот сделаю. И если ты тут как-то одного убил, то это очень... Он идет опять. Стой. Он с луком теперь. Стой. Я его буду ждать тут. За углом. Я краем экрана вижу, идет он или нет. Так. А, он меня убивает, он идет. Его скинули.
О, хорошо. Есть. Спасибо, ребята. Вы настоящие друзья. Сам не упади. Да-да. Нет, не упасть бы тоже. Та-та-та-та-та-та-та. Ни одно золото надо для лука. Идут в обход. Так. Ой, у меня кончились камешки. Так. О, мне надо поесть. Так. А, он опять. Он строится, там идет где-то желтый. Я убил его. Спасибо, хамик. Так. Еда. Вот, еду сюда. Так. Да, нормально. Ой, у меня что-то... А зелье какое-нибудь? Ну-ка, help. Ё-моё, нужно 3, что ли, этих? Железо. У меня есть лук, но у меня нет стрелы, понимаешь? 3 железа, это ж пипец. Нам желтый принес это. 3 золота. Так, я пошел дальше строить. На. Так. Я иду к тебе, я тебе помогу. Тут какой-то построили столб вообще. А зачем мне помогать? Прикинь, мы договорились с желтым, чтобы он нам золото приносил. Вон он идет к нам. Золото принеси. Воу! Уху! Я как полетел туда. Кому-то кровать сломали. Ну, там желтый. А, наш сломал кому-то кровать. А, наш кому-то кровать сломал. Нормально. Так. Ух, это лестница в небо. Давай я буду строить, ты с меня охраняй, слышишь? А чем я? У меня мне надо стрелу, чтобы тебя охранять. Я буду говорить, идут на тебя кто-нибудь или нет. Можно золото забрать, а? А нет. Турогеймер бежит. И нет, не нам сломали кровать. Желтым сломали кровать. Так. Ё-моё. Нас пуляют. Нас пуляют откуда? Оттуда вон. Стреляли. Все нормально, мужик, не строй, ты нападай. Вон там внизу. Там желтый идет. Он золото нам принес, смотри. Желтый какой добрый, спасибо. Спасибо, желтый. Так. Спасибо, желтый. Тим пишет. Нет. А я тоже золото собрал. Нет, желтый. Я золото собрал. Я застрял, я не могу выбежать. Я тебе могу как-нибудь золото тебе дать. У тебя блоков нету? Да. Да кидай золото быстрее. Так. А, красный сзади. То есть. Где он? А там зеленый. А, наш зеленый за красным бьет. А я тут с палочкой стою, я это. Мирный, да? Нет, я бы сейчас скинуть кого-то. А с шифта меня не видно? Ну, немножко. Скидываем, убили меня. Ладно. Желтый пишет, я тем хотел, но извини, желтый. А у нас кровать что ли нету? А, есть кровать? Есть. А, просто я такой где-то пока очутился непонятно где. Ё-моё, сколько у нас здесь железа.
и этих кирпичей с железом. Ё-мо. Мы богачи. Смотри. О, сколько кирпичей с железом. Ой, стрела, стрела, я ее так долго искал. Я не знаю, сейчас можно купить миллион еды просто. Держи тебе кирку и железо. Миллион еды. А меч я могу взять? Да, подбери кирку, там валяется около жителя. А зачем мне особо кирку-то? А, кровать ломать, ну да. У меня лук появился, ура! А, лук же за это, да? За... Да, я нам желтый подарил, и я его убил. Ну, потому что... Так. Потому что... Вас рашат. А, не покупается. Нас рашат? Ну, мне в личку пишет желтый. А кровать, может еще кровать застроить? Ну я бы застроил, но... Да я дострою сейчас. Я чуть не купил миллион шапок. Надо кучу кирпичей. Папа, я знаю тактику, как застроить кровать и всего. От эндерперлов. Надо... Знаешь, что в Майнкрафте, если в стекло кинуть эндерперл, то ты задохнешься. Ты знал? Нет? Не знаю, так. А, тут уже застроили кровать, да? Угу. Ты не знал или знал? Что? Что еще раз? А, в не, ну я как-то не знал, да. Ну вот. И, ну там надо очень гигантский купол строить, но нам столько кирпичей не хватит. О, вон, кирпичики же у тебя есть. Я положил кирпичей. Ага, я взял один стак. Так. Что, может еще что-то строить или что? Я пойду кровать застрою. Так она здесь застроена же. Наверху она не очень застроена. А, на сверху еще что ли? А я уже забрался. А, ты может... это ломаешь. Нет, я просто думаю, что-то еще. Тут может... просто есть секретный проход для на кровать. Угу. А, Наша, я тебе помогу. О, а, господи, ты убили. Можешь так не крикать, а? Меня убили. А. У нас яркая кровать теперь. Так, ну хорошо, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.